Три заезда, 31 экипаж, 2 минуты интервала и невероятно крутые виражи крымских дорог. Это было супер! Здравствуйте, с вами Аполлинария Гордиенко, и это мой проект о Крыме на YouTube. А когда будет лучше? А то с днём города, да? Ну не знаю, что это будут за гонки. Самая крутая тачка среди всех, которые здесь есть, это наша, которая в гонках не участвует. Проезде так страшно переживал на середине допа, что теперь. Мы за эту машинку болеем. Они из Мазда клуба на Лансере. Самый четкий номер. Сейчас именно так скажу, потому что те спортсмены, которые к нам приезжали на большой Ялта-ралли, конкретно ездили и по этому спецучастку, на сегодняшний день это топ-10 чемпионата мира по ралли. Поэтому можно себе представить, насколько коварная и сложная эта трасса и интересная. Ну, вот я вижу, что в принципе все подтянулись, и давайте начнем с того, что Республики Крым. Особенно приятно сегодня еще это мероприятие приурочено к тому, что сегодня Семиизу исполняется 190 лет, то есть уже 190 лет существует курорт. Спасибо, Игорь Иванович. Сейчас отлично. Тебя выводить? Давай, я пройду. Я тоже проходил, смотрел. Алексей, мы за тебя болеем. Ты знаешь, все зависит от министерства, потому что я вот общался с пацанами. Безопасность на соревнованиях превыше всего.
что-нибудь успели увидеть? Я нет. Так быстро едет. Конечно, страшно, капец. Я уже убрал.